Анонс и точная дата выхода 114 серии турецкого сериала «Доверенные». 114 серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Селим увидел Сихер в свадебном платье, то для него это стало большим потрясением. Селим не хочет терять Сихер, и он очень долго думал над предложением Игбель. Он понимает, если сейчас не начнет действовать, то потом уже будет слишком поздно. Сейчас он готов заключить с Игбель договоренность и хочет знать, что ему нужно делать для того, чтобы вернуть Сихер. Яман пообещал Эле, что они будут работать вместе, и она постоянно напоминает ему об этом. Только Яману совсем не хочется оставлять Сихер. Но Сихер очень не нравится то обстоятельство, что Эла постоянно крутится возле Ямана. Когда Яман заметил, что Сихер обижается по каждым пустякам, то постарался выяснить, в чем проблема. Ее поведение так резко меняется, что порой Яман не знает, что ему делать в такой ситуации. Сихер не стала скрывать от Ямана и сказала ему прямо, что ее беспокоит Эла. Она видела, как они обнимались, и помимо этого, Яман проводит с ней практически все время. Когда Сихер сказали это слова Яману, то он сразу же понял, что Сихер его действительно любит. Ведь человек не станет просто так ревновать, если он не испытывает никаких чувств. Напомним, 114 серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.